Конечно, надо хорошо понимать, что монахи, которые приходят сюда, они движимы одной идеей. Они хотят создать такую же монашескую республику на примере Афона. И для того, чтобы создать, например, Афон, значит, нужно выстраивать обители. И монастыри возводились на таких отвесных скалах во имя одной цели. Это быть поближе к Богу. Ну, и еще, конечно, была вторая цель. Это уединиться от любого стороннего вмешательства. Поэтому две задачи в какой-то степени, конечно, выполняли. Почему приходят именно в монастырь, а в монастырь приходят, в монастырь не уходят, а это две такие существенные смысловые разницы. Мы с вами обязательно еще здесь сделаем остановку, такой своеобразной смотровой площадки, потому что ко второму монастырю мы с вами будем спускаться. То есть подъем будет только к одному монастырю, а спуск будет к другому монастырю, таким немножко образом облегчим нашу программу. Вот вы сейчас можете видеть с нашей левой как раз стороны самый маленький внизу монастырь Святого Николая на Повса. На самой высокой скале, также с левой стороны, монастырь Мегалометеора или Великий Метеор. И чуть-чуть впереди, к нам расположен чуть ниже, чем монастырь Мегалометеора, это монастырь Варлаама или Всех Святых, куда мы, собственно говоря, с вами направляемся. Действительно, в монастырь приходят. Почему приходят? Наверное, у каждого свой путь, абсолютно свой. Но кроме как силой духа и силой веры, ты больше ничем не объяснишь, почему приходят. Люди хотят действительно отрешиться от всех мирских соблазнов. Но я хорошо, конечно, понимаю, что каждый, кто приходит сюда, не каждый может стать монахом. Поэтому в какой-то степени, наверное, и объясняется, почему такое маленькое количество монахов и мужчин здесь проживает. Ну, смотрите сами, в женском монастыре Святого Стефана проживает 32 монахини. В монастыре Святой Троицы проживает 2 монаха. В женском монастыре Святой Варвары, куда мы тоже с вами будем спускаться, там проживает 16 монахинь. В монастыре Варлаама, куда мы сейчас направляемся, это мужской монастырь, здесь проживает 4 монаха. В самом большом монастыре Мегалометеора проживает 3 монаха, а в монастыре Николая, маленький такой монастырь, проживает 2 монаха. Не каждый, кто приходит сюда, может выдержать именно такой образ жизни. Не забывайте, что огромное количество, огромнейший поток туристов здесь ежедневно. Это мы сейчас с вами специально простроили таким образом программу, чтобы вот попасть тогда, когда здесь вообще никого не будет. Поэтому мы достаточно легко и непринужденно поднимаемся сейчас. Ну вот еще монастырь Святого Варвары или Русану с левой стороны, где мы тоже с вами будем оказываться. Мы сначала с вами сейчас в Дружника выходим из автобуса. Вам необходимо будет приобрести здесь билетики, то есть внести ту самую лепту. В каждый монастырь билетик стоит 2 евро. Это взрослый человек, дети до 12 лет, бесплатно. Во-первых, я здесь, конечно, вас не просто так остановила по одной простой причине. Чтобы пройти к монастырю, ну, современный условный бух, то есть 20 веке, здесь специально был прорублен вот такой своеобразный дробь, то есть дорога. И это была дорога, прорублена в скале, то есть когда-то вот это была единая скала. И, соответственно, мы с вами можем вот здесь практически внутренности этой скалы пощупать. Это, если вы внимательно присмотрите, действительно, прессованный песок, он по-другому начинает крошиться, да? И это галька. То есть это, в принципе, материал, который поддается такому внешнему воздействию, да? Я потом объясню, потому что, на самом деле, это важно. И, соответственно, чтобы пройти к монастырю, нужна была эта дорога. И вот мы с вами пойдемте дальше. Ага. И попасть в том дыхание. Ох ты, красота. Вау. Угу. Я вам на фото приведу обязательно. Понимаешь, невозможно. Держаться. Смотрите, то, что хочу вам здесь показать. Во-первых, это самый главный монастырь, который вы видите. Вот та самая высота скалы 613 метров над уровнем моря, где проживает 3 монаха. Это монастырь Мегалометеора или Великий Метеор, или Преображение Господне. Соборный храм посвящен именно этому празднику. Что же касается монастыря Варлаама, где мы с вами находимся, то, в отличие, например, от других монастырей, здесь соборный храм закладывали после того, как была возведена башня. Потому что внутри этой башни находится подъемный механизм, как раз путем вращения которого опускался канат с сетью, загружался строительным или каким-либо другим материалом. И сейчас принцип, по такому же принципу, по каталогии, по такому принципу поднимают эту железную люльку. Если нужны, а там проводятся реставрационные работы, соответственно, поднимается все материалы, которые в этой башне.
Это сейчас хорошо видно. Есть и канализация, есть и водопроводная система, есть электричество. Но это все появляется примерно 30 лет назад. То есть до этого периода здесь ничего подобного не было. Дорога, по которой курсирует определенного такого рода картинка, соответственно, доставляет продукты монахам. Старосик, добро пожаловать в иммунитет. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Мать. Да. То есть, чтобы вы знали, внутри храма фотографировать снимать нельзя, но на территории снимать можно. То есть я вам буду просто говорить, где нельзя. Хорошо? Как после подъема себя чувствуете? Прекрасно. Хорошо? Взлетели? Ну, во-первых, я могу сказать, что на самом деле это не самый был большой подъем. Бывает еще и больше, бывает еще сложнее. Но мы с вами сегодня совместим полезное и приятное. То есть мы к одному, вот к монастырю Варвары мы поднимались, а вот к монастырю Святой Варвары мы будем спускаться. То есть там уже подъема не будет. И мы с вами находимся действительно на этой Варлаамовой скале. То есть помните, я говорила принцип, по которому действительно возводили здесь монастыри. Находился тот самый монах с меча, который поднимался первым на скалу, но вот, как правило, он ничего не возводил, он ничего не строил. Потому что его сменяли другие монахи, которые уже приходили сюда с целью исключительно построить монастырь. Вот так и было в данном случае. Поднялся монах по имени Варлаам, но он ничего здесь не возводил. Но наступает рубеж 15-16 веков, когда сюда приходят два родных брата из города Иуани, из очень благородного семейства Апсарадов, которые как раз и будут являться основателями этого монастыря. И они в названии монастыря именно увековечат память вот того самого монаха Варлаама, посвятив этот монастырь не конкретно ему, а тому святому, имя которого он носил, то есть святому Варлааму. Плюс соборный храм этого монастыря, который также был здесь возведен, в который мы с вами чуть позже войдем, он посвящен всем святым. И, соответственно, монастырь получает вот такое двойное название, да, монастырь Святого Варлаама или всех святых. Конечно, вот за той дверью, которая на противоположной стороне, там находятся кельи монахов. Это совершенно зона для нас недоступная. То есть это то, что нам не показывают. Ну, наверное, абсолютно верно и правильно. Что же касается вот тех свечей, которые вы видите, я сразу немножечко оговорюсь и скажу, что, во-первых, это свечи, которые здесь делают сами монахи. То есть, если их так вот покрутить, они не меняют, в общем-то, свои формы абсолютно. И они пахнут медом. То есть, они настоящие восковые свечи. Здесь нету какой-то сфиксированной, знаете, таксы, что это стоит там евро или это 50 евро центов. Сколько вы считаете нужно, вы можете бросить в специальное отверстие, которое есть в каждом абсолютно храме греческом, и взять ту свечку, которую вы считаете нужной, не то количество. И традиция она такова, говорит, что человек, который приходит в храм, иногда может прийти просто без денег, его душа может сюда привезти. Поэтому пусть он просто возьмет, поставит эту свечку, но потом в другом храме он может за наш храм поставить ту самую свечу и помолиться или кинуть денежку там. То есть если есть какие-то маленькие, вы потом бросите, потом свечку поставите. Также не ищите отдельное место за упокой и за здравие. В Греции этого просто нет. Есть одно место, особенно в старых храмах, оно всегда вынесено за, соответственно, за территорию храма. По одной простой причине, чтобы копоть, которая образуется от свечи, она не запачкала, да, условно говоря, все те фрески. Потому что фрески в основном вот здесь датируются, середины 16 века. В других монастырях там и 14, 13, и 11, есть и 10 века. То есть я имею в виду в целом по Греции. Поэтому здесь традиция такова, что будет стоять свеча, неважно, где она стоит. Главное мысль, о ком человеке вы думаете, о человеке здравствующем или о человеке усопшем. Потому что Господь, он слышит абсолютно все мысли, неважно, где она стоит.
Главное подумайте, главная мысль как раз. Вот пойдемте внутрь. А там нельзя. Фундамент формируется в виде креста, но всегда он будет увенчан куполом. Так называемый крестово-купольный... Ух ты, колокольчик. Громкий. Это черешня. Нет, все в дырках. Ее уже съели. Могу сказать, что мы здесь в мае ели черешню. То, что мне хочется вам показать. Во-первых, многие из вас увидели, конечно, звонницу и колокола. Я могу сказать, что, в принципе, колокола и звонницы, они не характерны абсолютно для греческих храмов. Ну, абсолютно не характерны. Это уже такое веяние с Востока, с Руси, с Западной Европы. Но как тогда? Конечно, они сейчас используются. Это построили за последние 5 лет, чтобы вы хорошо понимали. Но как же здесь тогда созывали всю монашескую братью на службу? Как возвещали? О начале или окончании литургии? Обили специальный инструмент, один из которых называется силандро. Вот посмотрите, звук, который издает этот инструмент. Поскольку близится закрытие монастыря, не переживайте, нас никто отсюда не выгонит. То есть у нас знакомые есть здесь. Поэтому мы даже 4 могли пройти, но все равно тебе рады были, бы нам были открыли. Так вот, это я не буду отбивать определенный ритм, поскольку здесь действительно отбивается определенный ритм. Но звук, чтобы вы понимали, каково звучание именно этого инструмента, я вам, конечно, продемонстрирую. Посмотрите, что он напоминает. Бьет всегда вот таким железным молотком. Колокола? Да. Плюс есть еще очень любопытный инструмент. Хотя здесь он не является, что называется, в ходу, но тем не менее он характерен для монашеской жизни. И вот этот инструмент называется, или эту деревянную балку называют била. Особенно она необходима на Афоне, когда территория монастыря очень большая. И когда монах получает от игумена монастыря свою диаконию, то есть послушание, то есть задание, то, что он должен совершать в течение сегодняшнего дня. И он, например, дает ему диакунию обходить всю территорию монастыря, будить монахов на службу. И монах принимает данное послушание, да, без роптания. То есть нету вот этого эго. Эго по-гречески это я. Да? Но есть мы, есть община, то есть все на благо монастыря. Поэтому монах возлагает себе вот это деревянное било на плечо, оно, между прочим, очень тяжелое. Берет деревянный молоток, отбивая здесь определенный ритм, говорит такие слова, приговаривая, что заканчивается время для сна и наступает время для молитвы. То есть это сигнал к тому, что нужно монахам собраться, в принципе, всем в храм. Помимо вот такого деревянного инструмента била, есть еще один инструмент, тоже деревянный. Пойдемте его посмотрим. То, что мне хочется вам здесь показать, во-первых, вы видите, здесь уже такое большое деревянное било. Но оно называется не било, оно называется таландон. И в него тоже отбивают определенный ритм, когда возвещают о начале или окончании, ну, в данном случае, работы монастыря. Когда мы будем с вами находиться в монастыре Святой Варвары, вы просто услышите, как отбивают определенный ритм в таландон, и будут стучать здесь колокола, будет очень интересный перезвон. Вы просто это сразу услышите, поймете, что это именно в этом монастыре все было проведено. Так вот, вот говорят, что именно в такой таландон, вот в такую деревянную балку стучал Ной, созывая всех животных на ковчег. Помните, каждая тварь по паре. Здесь уже бьют таким деревянным молотком, тот же самый ритм отбивает, как отбивали в ритм в Симандру. Смотрите, какой звук издает вот деревянный молоток от удара, соответственно, деревянного вот этого таландона. Он одновременно и глухой, и звонкий. Я слегка буду ударять, смотрите. То есть он одновременно и глухой, и звонкий, но очень такой слышный. И пойдемте дальше. То, что я вам хочу здесь показать. Во-первых, я обращала ваше внимание, что, конечно, сейчас вот вода сюда закачивается. Есть электрические генераторы, то есть есть электричество, соответственно, есть канализация. Но 30 лет назад это уже ничего не было. И как тогда? Здесь, например, решали проблему водоснабжения. Смотрите, ведь я не просто так вам показала скалу, которая имеет очень такую поверхность, которая поддается сторонним вмешательствам. Так вот здесь действительно рубеют колодцев внутри скалы, куда в течение всего года собирают дождевую и снеговую воду. Здесь зимой лежит снег. И здесь таких колодцев несколько. Вот на противоположной одной стороне там был колодец, мы так немножко его миновали. Это еще один колодец. И на территории монастыря еще много колодцев. Плюс воду еще хранили в помещении, которое здесь внутри.
бочка, которую вы увидите, бочка 16 века, рассчитана на 12 тысяч литров. То есть там не хранили вино. Вино всегда хранили в маленьких бочках. Там хранили воду. Поэтому вы потом можете зайти внутри, естественно, сфотографировать. То есть бочка 12 тысяч литров 16 века. Пойдемте дальше. Совершенно верно, Лиз. А, это, наверное, оттуда, да, чтобы понимали. Все верно. То есть вы знакомы, относительно знакомы по моим рассказам, естественно, этот механизм. То есть путем вращения которого, безусловно, накручивался канат, к канату к концу крепилась сеть. Хорошо понимаете, что, конечно, это современная сеть, это все ясно. Она загружалась каким-то строительным материалом, поднималась, потом также сеть опускалась. И, конечно, в эту сеть, садились помимо строительного материала, садились сами монахи. Здесь, конечно, этого нет, но в другом монастыре, например, можно увидеть такую табличку. Это слова, которые как будто бы говорит сеть, что значит, я тебя отрываю от земли, и я же тебя могу вознести на небеса. Это такой двойной абсолютно смысл. Закономерный вопрос, падали ли монахи? Конечно, падали. Потому что сеть и канат меняют до тех пор, пока он окончательно не протрется. Почему? Она все занимает. Плюс балки, которые вы видите. Я несколько лет назад усомнилась, что они 16 века. Я у игумена монастыря тогда вышел. Я спросила, какого века эти балки, все это сооружение по поколению. Но если бы у него был посох в руке, он удачно этим посохом одел. Ну, как и с ритуалами сделать, если бы не знать. Это балки, это кипарисовое дерево. Конечно, оно сейчас иссохло абсолютно, оно разошлось, но тогда стало, в принципе, все на свои места, потому что здесь в северо-западе Греции всегда добывали, что называется, лес, древесину для строительства кораблей. Здесь кипарисовый лес. И строили не только корабли, но и мачты. А это одна из таких, ну, что называется, долговечных древесин. Поэтому за, получается, 400, даже больше сколько, за 500 лет, ну, грубо говоря, да, 450 лет, конечно, все это рассохло. Хорошо, что это вообще сохранилось. Как вы считаете, где вообще хоронят монахов? Смотрите, монах хоронят действительно на территории монастыря. Но здесь территория монастыря существовала. Здесь никакой растительности, только сейчас там деревья, потому что были внесли и так далее. Ну что вы, нет, не такой степени. Это тоже традиция афонская. То есть на Афоне так хоронили и хоронят, здесь в Метеорах так хоронили и хоронят, я вам скажу больше. Так хоронят, в принципе, по всей Греции абсолютно рядового человека. Что это такое? Смотрите, когда умирает монах, в данном случае, есть такая поговорка, кладут тело в мать сырую землю. Наверное, понимаете, буквально, но тело единственное что, накрывают саваном. И здесь специально в скале выдалбливают ложе, куда и захоранивают усопшего монаха. И закрывают эту могилу, гробницу, да, на 3 года. Через 3 года гробницу открывают. Там должны остаться еще кости. То есть должны слезть все мягкие ткани. Если этого не произошло, закрывают еще на 2 года, то есть получается купе через 5 лет все открывают. Так вот, берут каждую косточку, омывают в вине и сортируют. Но простите за язык, но именно так и происходит. С костями до этого уже усопших монахов. То есть кости левой руки с костями левых рук, кости правой ноги с костями правых рук. На черепе всегда пишется имя усопшего брата и дата его жизни. И монахи говорят, что если монах вел праведный образ жизни, то цвет кости у него должен быть желтоватый. То есть это свидетельство того, что все грехи свои при жизни он искупил. А если цвет кости у него белый, значит, он не искупил все грехи при жизни. Значит, за такого монаха надо более сильно молиться. Но именно так действительно чтут. И плюс ко всему, смотрите, какая интересная формулировка. Не в этих монастырях, но я в одном из монастырей в Греции спросила у игумена монастыря, хотела узнать, сколько монахов сейчас в этом монастыре проживает. Потому что я точно не знала, то ли 3, то ли 5. Мне хотелось уточнить. Он улыбнулся и сказал, 156. Он такой, спят. А трое бодрствуют. То есть они не умершие, они усопшие. Поэтому это на самом деле очень интересно. Так что они живые все равно. То есть душа-то она живая. И смотрите, то, что интересно. Ведь цвет как в иконе, так и в одежде. Он играет в монастыре, в храме. Играет достаточно большую роль. Черный цвет одежды монахов. Это символ, получается, смерти, но при жизни. Вы никогда в иконе не найдете такого цвета, как серый. Потому что серый цвет – это цвет неопределенности. А неопределенности нет места на светлой иконе. Плюс ко всему, когда происходит в храме отпевание, вы обратите внимание, какие одежды у священнослужителей? Белые.
Почему? А потому что это торжество. Это рождается через умирание плотской оболочки, но рождается душа человеческая. Поэтому это своеобразный праздник. Хотя нам некоторые моменты трудно совместить у нас в голове. Но исключительно просто потому, что мы немножко под другим углом на все это смотрим. И два монастыря? Два монастыря, а еще будем смотреть, да, завтра? Нет, мы на смотровой площадке остановимся, где вы сможете пять сфотографировать. Ну, может, мы там каждый пять. Нет, это нас долго. Нет, например, каждый из монастырей ведь имеет день закрытых дверей. Для чего? Для того, чтобы можно было совершить полную литургию, чтобы никто не мешал, то есть и мы. Не забывайте, что это место охраняется ЮНЕСКО. А это определенные требования. А это они... Сейчас, конечно, не используется этот механизм. Для чего они это... Подтяги, подъемный механизм. Поднимали груз от подножия скалы. Сейчас это используют такой рельсовый дорогу. А чего вот эти вот остались выемки? А, например, работающие? Шестеренки были какие-то. Ну да, механизм не в целости дошел до нас. А еще вопрос. Да. Я в храме видел некие лики почему-то вот тех самых, не святых, а вот именно дьяволов сколоты. Причем несколько подряд. А почему? Мы с вами об этом поговорим в монастыре Варвары. Я вам тоже покажу. Там тоже, там в большей степени это сколоты, что-то. Да? Да. Я понял. Интересно. Какая красота вижу, да? Дух захватывает. Там ласточки, что ли, живут. Ага, здорово. Да, на скамейке лучше не сидеть, она горячая. Ух ты, как в пальце. Да, вот это будет. Вот это бочка. Вот это бочка. Это мега бочка. Это тоже жить. Как ее наполняли? Загадка. Саня. Точно. Я уже сказала, что Саня. Саня. Это что-то музыкальное. Забавно. Колесо не изобрели, а вот сами придумали. Интересно, чем колесо не угодили? Да, ну конечно, вот это вот. Ух. А что там? Да, трон какой-то. Да. А внизу чего? Русские. Русские.
Ну вот. Да. Не, красотища вообще. Маме новую аватарку ВКонтакте. Вот, присяду, удаляй, чтобы камень весь. Во, вот так вот, отлично. Вот, вот так вот снимай. Вот хороший кадр. Красота. Для того, чтобы можно было осуществить такую широкомасштабную программу строительства, нужно было сначала выровнять площадку для строения. И потом, опять-таки, исходя из того, что территория скалы маленькая, в несколько этажей возводили монастырь. Вот, вот сейчас с правой стороны как раз увидите монастырь Варвары или Русану. Собор, даже храм этого монастыря, он посвящен преображению Господню. Наверное, в первую очередь в этом монастыре будет такая немножко паломнического характера посещение. Я вам здесь больше дам вашего свободного времени, конечно, что-то еще расскажу и покажу. Но если у вас есть пустые бутылочки, вы не выкидываете их, возьмите с собой, потому что там поднят специальный источник от подножия горы на территорию монастыря. И можно эту святую водичку можно будет в бутылочке набрать. Также мы там сможем с вами свечки поставить и, например, написать записки. Как они пишутся, чтобы вы знали. Также традиция очень так, достаточно простая. Берете листочек. Наверху листочка. Рисуете крестик. И перечисляете имена ваших усопших родных. Желательно латинскими буковками, чтобы при службе это могли прочитать. Если вы берете листочек и наверху ничего не пишете, никакого крестика, это значит за здравие по умолчанию. И также латинскими буковками. Если вы считаете, что какую-то монетку надо дать, вы можете дать монетку. Если нет, то нет. Мы сейчас с вами едем на смотровую площадку, от которой к монастырю будем уже спускаться. То есть что мы делаем? Нас Янис здесь оставляет. Возьмите все, что вы считаете нужным, потому что мы с вами пройдем на естественный характер смотровую площадку, и потом от нее будем по специальной лесной тропе спускаться к монастырю. То есть Янис нас здесь оставляет, будет ждать уже у подножия скалы, на которой расположен монастырь Святой Варвары. Мы спустимся к монастырю, и от монастыря снова будем спускаться. Подъема не будет уже. Вот, монастырь Святой Варвары. Женские монастыри здесь появляются лишь только в 60-х годах 20 века. Вот когда-то шла речь о том, чтобы часть мощей Святой Варвары передать именно в этот монастырь. Но это, к сожалению, оказалось все на уровне разговоров. Однако, чтобы вы знали, мощи Святой Варвары, они в самом большом таком количестве, хранятся в Киеве, в Владимирском соборе. Вот там хранится большая часть мощей Святой Варвары. Цикады какие громкие.
Думаю, там смотровая площадка. Ну да. Сами делали, поди. Вот такая полянка с каменными деревьями. Готово? Элефтерия и самопись, то есть свобода или смерть. Это девиз страны. Вот сегодня, в принципе, мы с вами так в той или иной степени, но проследили историю Греции, а действительно не было дано третьим. Всегда была ли свобода, или смерть. Что касается на желтом фоне двуглавый орел, да. Это флаг Византийской империи, это флаг православия, когда одна глава орла смотрит на Рим, а другая глава орла смотрит на Константинополь. Первый Рим пал, второй Рим пал. Место третьего Рима вакантно. Кто претендовал? Понятно. Москва. Но знаете, на самом деле, вот на мой личный взгляд, Москва была третьим Римом, потому что после захвата Греции, Византии, Османской империи, единственный островок православия сохраняется это Русь. Поэтому вот этот вот такой эпитет, да, определение Москва третий Рим, имеет место быть. Когда Софья Палеолог становится русской царицей, условно, да, то она уже вносит угла в орла, вверх, собственно говоря, России, Российской империи. Собирают, да, делают. Насколько это можно было предъявить, они его собирают. Кири Иисус Христе и Лесун Мэ. То есть, Господи Иисус Христос, спаси меня. Есть такое слово в русском языке, которое содержит в себе вот эту христовую молитву на греческом языке. Вы даже не подозреваете, что это за слово. Это простое слово, которое называется куролесить. Когда русские добровольцы принимали участие в освобождении Греции от османского ига, наши бежали на врага, кричали «Ура!». Греки бежали на врага, но только кричали «Кириэлисон», то есть «Господи, спаси!». И потом есть еще такой момент в службе, когда несколько раз, ну, там 100 раз примерно, произносится «Кириэлисон, Кириэлисон, Кириэлисон», когда уже теряется где начало, где конец. Нет слова. Всегда переспрашивают, что там греки говорят. Куролесть они говорят. И так возникает в русском языке слово куролесть. Между прочим, оно содержит вот эту христовую молитву. Кири Иисус Христе и Иисус Мэ. Не убирай святую воду.
Здорово. Нашего с вами отеля. Ну вот сейчас посмотрите, на противоположной одной стороне будет две невысокие скалы, на одной как раз видно будет разрушенную кладку монастыря, когда-то там бывшего. Также скала, которая сейчас сразу с нашей правой стороны, и имеющая вертикальную расщелину скалы, внутри которой вы видите такие деревянные помосты своеобразные. Ну, по мере того, как наша дорога будет спускаться и петлять, она все больше и лучше будет видна, и будет видна уже с левой стороны. Так вот, это в прямом смысле монашеская тюрьма. То есть монахи, если считали, что они совершили какой-то греховный поступок во искупление именно этого греха, они себя облекали на местонахождение в этой скале. То есть кто-то там находился на протяжении, скажем так, 2 недель, кто-то был и 2 месяца, кто-то было 2 года. Ровно до тех самых пор, пока грех, по их мнению, не будет искуплен. То есть это в прямом смысле действительно называлось монашеской тюрьмой. Также сейчас, через некоторое время, мы с вами видим еще один монастырь. Монастырь Святого Николая Анапавса. Я вам уже сказала, что Анапавси по-гречески – это успокоение. Для Святого Николая Успокоителя. Тоже маленький монастырь. Самое удивительное то, что именно к этому монастырю будет самый тяжелый подъем. Практически он вертикальный. И сначала к подножию скалы надо подняться, а потом, соответственно, по самой скале тоже необходимо совершить подъем. Нам еще нужно туда идти? А? Нет, мы с вами потихонечку едем. Нет, есть желание, но дело в том, что монастырь уже, в принципе, закрыт к этому часу. У нас, вы готовьтесь, внутри подъем, потому что и завтра будет подъем, и, ну, условно, конечно, послезавтра. Послезавтра в меньшей степени, но, тем не менее, тоже будет подъем. И на Акрополь Микен, и театр Педавра, ну и, конечно, сам Акропольский холм в Афинах. Ведь подъемов будет достаточно. Вот посмотрите, с левой стороны видите вертикальную расщелину, внутри которой деревянные помосты. Вот это и есть такая монашеская тюрьма, ну, в прямом смысле. Видите, большая-большая расщелина, внутри деревянные такие, как полубалконы. Сейчас сразу с нашей левой стороны, опять-таки, скала, на которой разрушена кладка когда-то стоявшего монастыря, монастырь Святого Николая, где живут 2 монаха. Нет ответа, почему так мало монахов именно в том или другом монастыре. Я как-то спросила в монастыре Святой Троицы. Ну, там было, потому что когда-то 4 монаха. Игумен так печально опустил глаза, сказал, ушли. Ну и, в принципе, это такой, как бы, был ответ, который не подразумевает никаких дальнейших расспросов. Ушли, наверное, просто потому что они не выдерживают вот этот вот образ жизни. Тоже любопытно будет расщелина в скале. Вот сейчас снова видно эту вертикальную расщелину деревянными помостами. И также с нашей левой стороны через какое-то время вы увидите уже горизонтальную расщелину, вся которая сплошь будет увешана разноцветными тряпочками. Эти разноцветные тряпки, они закрывают практически вход в церковь Святого Георгия. Ну а туда, к этому монастырю, можно подняться исключительно с помощью альпинистского снаряжения, потому что по-другому к монастырю не подняться совершенно. И один раз в год, обычно 23 июля, молодые юноши и девушки поднимаются на эту скалу, то есть День Святого Георгия, снимают старые платки, вешают новые платки, висящие в течение года. Вот этот вот новый платок, он символизирует горящую в течение года свечу. Это традиция, которая характерна исключительно и для только этого, собственно говоря, региона. Для этой области. Вот сейчас она будет очень хорошо видна. С левой стороны вся сплошь навешена разноцветными. Даже вход в храм, вход в церковь, его просто не видно. Потому что все завесили. Сейчас попробуйте тоже сделать фотографию. Открой окно, пусти ее. Мы с вами въехали уже в городок, который называется Костраки. Костро по-гречески – это крепость. Костраки – маленькая крепость. И уже сейчас практически стерта граница, где заканчивается Костраки, где начинается Каламбак.
Это две таких соседних, в общем-то, деревушки. Сейчас, если вы посмотрите налево, вы увидите, конечно, такую очень любопытную скалу, которая называется Перст Божий в своем таком основании. Она имеет более тонкую структуру, а потом к ширине она так немножко расходится. Как она стоит и падает, да? И завтра у нас будет день с вами такого, таким образом построен, то, что мы с вами поезжаем в 7:40 из отеля, едем в сторону Дельф, обязательно будет по ходу остановка технического характера, это где-то через 2 часа, где-то в районе 12 часов дня мы с вами оказываемся в Дельфах, посещаем Дельфийский музей, далее мы с вами проходим на большую ту самую археологическую зону, где сохранилась прекрасно сокровищница афинян, руины храма Аполлона, где сохранился театр римской эпохи и стадион римской эпохи. После этого мы с вами дружненько спускаемся, идем в сторону источника Касталии. Это те воды, которые там струятся из двух скал Фидриад, по преданию в которых принимала свои очистительные ванны сама Пифия. После этого мы также с вами делаем остановку на обед и уже выдвигаемся к Ионическому побережью. И в город Лутраки, где уже вечером у вас будет свободное время, то есть завтра вечером. Так что мы оперативненько с вами везде все. Ну, группа, в принципе, у нас с вами небольшая, поэтому я думаю, что мы все с вами успеем. Мы достаточно быстро приедем в Лутраки, чтобы вы могли еще вот такое полдня, ну, условно полдня, да, там приедем, если в половину шестого будет очень хорошо, чтобы вы могли провести на море, там солнце долго стоит, это горы в данном случае не мешают, чтобы вы могли провести какую-то часть времени на побережье, немножко покупаться, будет возможно сравнить Ионические и Эгейские моря. На мой взгляд, Ионическое море более соленое. И там галечный пляж, там галик. Такой вот у нас номер. Самое главное, у нас есть большой балкон. Выходящий прямо на центральную улицу города. А вот они скалы. Метеорские. Неплохо. Их просто типа подсвечено. Ну, что-то еду. Сейчас будем пить черный кофе с йогуртом. А вот еще отличительная черта греческих гостиниц. Телефон фан. Проводной. Зачем, непонятно. Какое-то непонятное гинекологическое зеркало, оно приближает. Ужас. Такая вот странная штука.